Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в Ютубе, в Рутубе или в Дзене. В этом видео я покажу вам, как играется вот это вступление к песне «Дельфина». Итак, начнем мы с аккорда Фа диез минор, Ф, М диез. Вы можете играть это вступление медиатором, либо пальцами в правой руке, как я. И так далее. Начинаем мы с аккорда Фа диез минор, Ф, М диез. Зажимаем барре на втором ладу. И на четвертом зажимаем пятую и четвертую струны. Вот такой у нас получается Фа диез минор. Ф, М диез. И здесь нам нужно сыграть... Играем шестую, пятую, четвертую, третью. 6, 5, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 4, 3, 5, 4, потом 5, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 4, 3, 5, 4, 5, 4, 3, 5, 4. Поиграем медленно и вы потихонечку запомните. То есть мы играем верхние 4 струны. Первую и вторую вообще сейчас пока не трогаем. Еще медленно. Дальше у нас идет аккорд ми мажор, Е. Ну, обычный Е, третий на первом, пятая, четвертая на втором. В правой руке то же самое. Шестая, пятая, четвертая, третья, пятая, четвертая, пятая, четвертая, третья, пятая, четвертая. На первом, пятое, четвертое, на втором. Дальше третий аккорд, ля мажор, А. А это четвертое, третье, второе на втором. И здесь в правой руке мы играем пятое, четвертое, третье, второе, четвертое, третье, четвертое, третье, второе, четвертое, третье. Дальше у нас четвертый аккорд идет. Это барре на втором ладу, вторая на третьем и четвертая, третья на четвертом. Си минор, АШМ. И здесь мы играем то же самое, как в предыдущем. Пятая, четвертая, третья, вторая, четвертая, третья, четвертая, третья, вторая, четвертая, третья. И все. Ну, такое вступление. Всего лишь 4 аккорда. Первый аккорд FM диез, дальше Е, дальше А и дальше HM. Фа диез минор, ми мажор, ля мажор, си минор. То есть вначале мы играем 6, 5, 4, 3, вот в этой позиции. Первый аккорд, второй также, 6, 5, 4, 3 используем. И когда мы переходим на аккорд А, мы уже спускаемся с шестой струны, ниже спускаемся. То есть мы играем 5, 4, 3, 2, вот в эту позицию. Вот с этой позиции спускаемся сюда. Ну, вот еще вступление, дальше там идет песня. Песня поется на тех же самых аккордах, которые мы сыграли во вступлении. FM диез, E, A и HM. На этом все. Тренируйтесь, запоминайте. Из всего сложного, то есть в правой руке мы играем здесь одно и то же, из всего сложного то, что вам вот с этой верхней позиции, с 6, 5, 4, 3 струны, потом придется перепрыгнуть вниз. 5, 4, 3, 2.
То есть четыре пальца располагались на струнах 6, 5, 4, 3. Потом они будут располагаться пониже 5, 4, 3, 2. Ну, естественно, потом... Не потом, а вообще есть еще основная позиция. Это вот это, когда у нас 4, 3, 2, 1. Вот, вот они основные позиции. Здесь используются верхние две. Вот. На этом все. Большое спасибо за просмотр, мои дорогие подписчики. Тренируйтесь, у вас обязательно все получится.